Учащиеся и ходители, преподаватели в ряде испанских регионов выступают в защиту государственного образования, протестуют против сокращения расходов, испанцы против мер жесткой экономии. В пятницу правительство Испании одобрило программу экономической стабильности, понизив при этом прогнозы для экономики на 2013-2014 годы. Вот что в частности сказала на пресс-конференции в Мадриде вице-премьер Сорайя Сайенс де Санта-Мария. «Совместные усилия, предпринятые в 2012 году, позволяют нам проводить новые реформы, которые будут носить скорее структурный характер. Мы не собираемся увеличить основные налоги на доходы и НДС. Это даст новый импульс структурным реформам, что важно для создания рабочих мест. Тем не менее, высокий уровень безработицы в Испании в ближайшие годы должен сохраниться. В этом году прогноз более 27%. ВВП Испании в 2013 году сократится на 1,3%. Дефицит бюджета до норм ЕС сократится в 2016 году, на 2 года позже. Испанцы тем временем требуют оставить кабинета министров и роспуска парламента. В четверг вечером массовая акция протеста переросла в ожесточенное столкновение с полицией. Пострадали около 30 человек.